Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 707. Спешите, найдите глаголы, которые стоят в будущем времени во втором лице единственного числа. Обозначьте их вид. Выпишите два существительных, которые употребляются только в единственном числе. Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листьях травы и блестят на солнце. Лев Толстой. Пойдешь, что сделаешь, глагол совершенного вида. Подойдешь, что сделаешь, глагол совершенного вида. Разглядишь. Это глагол совершенного вида. Увидишь, что сделаешь. Глагол совершенного вида. Это глаголы. Они стоят в будущем времени во втором лице. Ты пойдешь, ты подойдешь, ты разглядишь и ты увидишь в единственном числе. Мы обозначили их вид. Все они стоят в совершенном виде. Два существительных, которые употребляются только в единственном числе. Это существительное «утро» и «лето». Разберем слово по составу, выполним морфемный разбор. Подойдешь, подойти, подходишь. Корень «ид», приставка «пода». Ёж – окончание. «Подойт» – это основа данного слова. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.